А муж? Как вас называет? Гупешка. А что это такое? Хотел бы перед тем, как вот огласить имя и фильм в такую номинацию, блестящую, мне кажется, она самая крутая, лучшая женская роль, по крайней мере, я так считаю. Вот, и хотел напомнить еще раз, что вручать призы вот в этой номинации, в театре, обладающем такой невероятной историей, с таким блестящим актерским составом, который на сцене вот этих подмостков проходили ну, просто невероятные какие-то события. И вот для меня это дополнительное удовольствие. В следующем году Омскому драматическому театру исполняется 145 лет. Вот. Это действительно театр, который не то что на слуху, а является в такой в первой линейке. И лучшая женская роль нам показалась... достанется человеку, который в такой сложной, в таком сложном рисунке, в такой иногда неприглядных ситуациях не утратила ни своей обаятельности, ни какой-то трогательности, привлекательности, женского обаяния, что она всех мужиков там строила и как-то их, в общем, выводила на чистую воду. Вот. И справилась с этим, мне кажется, замечательно, не только мне, но и нашим членам жюри. Поэтому лучшая женская роль достается Нелли Поповой в фильме «Гупешка». Приз принимает Нелли Попова. Спасибо большое членам жюри. Видели, что я прав? Спасибо большое Омску. Это потрясающие дни. Эти 4 дня. Это потрясающая атмосфера. Я хочу сказать спасибо своим партнерам питерским. Это Мише Разумовскому, Жене Баранову. Хочу сказать огромное спасибо оператору Кире Машковичу. И самое большое-большое спасибо это режиссеру, моему мужу Владу Фурману. Спасибо большое. Поздравляем. Спасибо. Спасибо большое, Света. Рядом со мной режиссер, как раз участник основной конкурсной, да, номинации. А Влад Фурман, добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас сейчас с настроением, самообладанием? Вы знаете, настроение замечательное, с самообладанием, наверное, не очень, но то, что это волнительно и замечательный праздник. Ну, буквально, вы чувствуете, что вы фаворит, о вас очень много пишут и пророчат победу вам, потому что фильм не оставляет равнодушным. Вы знаете, я первый раз от вас это слышу сейчас. Мне очень приятно, что зритель после просмотра тепло принял картину. Это самое важное, вот то, что я знаю. А дальше я постараюсь как-то вот сейчас абстрагироваться от всего. А вообще планы на будущее есть, независимо от того, как сегодня сложится исход движения? Ну, вы знаете, мы запускаем большой телевизионный проект, я не имею права сейчас об этом говорить уже, но в ближайшее время, только после «Таинственной страсти» на Первом канале. Вот, а дальше будет видно, есть планы по поводу полного метра тоже, но это на будущее. Ну что, успехов вам, спасибо вам за ваш фильм, за то, что вы сегодня с нами. Прошу в зал, ну а на красной дорожке появляются главные гости.